И занимательная информация. Завтра жители призывают пересесть на велосипеды. 18 мая Владимирская область присоединится к всероссийской ежегодной оздоровительной акции «На работу на велосипеде». Отметим, что это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени. Участники просто едут по своим делам. Проведение акции помогает изменить модели поведения граждан и мотивировать их чаще использовать активные виды передвижения вместо автомобилей, а также способствует продвижению здорового образа жизни.